считать из n по k, это есть n факториал, разделить на k факториал n минус k факториал. Согласны? Есть такая форма? Есть. Так вот, интересный вопрос. У нас такая формула есть для Гаусса или нет? Ну, ребята, смотрите, если мы сюда добавим q, то понятно, что обойтись обычными числами не получится, потому что мы должны получить многочлен. Значит, придется менять понятие факториала. Хорошо. Вспоминаем, что такое n факториал. Ну, что называется, если бы вы были маленькими, то я бы сказал, что n факториал – это произведение всех чисел от 1 до n. Так? Или не так? Так. Ну, это большие. Поэтому я скажу, n факториал – это количество элементов группы перестановок на n точках. Почему это важно? Потому что, когда вы перемножаете числа 1, 2, 3, 4 и так далее, то не очень понятно, что с ним можно делать. Да? Ведь это конкретные числа, и непонятно, где там писать q. А если вы говорите, что n факториал – это количество перестановок, то очень легко в любой перестановке написать. Объясняю. Вот, скажем, если у нас, не знаю, там на, не будет слишком много, на 6, что это такое? 5, 3, 2, 1, 4, 6. Известнейшая конструкция состоит в том, что мы соединяем каждое число с одной строки с таким же числом другой и смотрим, сколько возникает пересечений. Как называется количество точек пересечений? Да, при этом тщательно все-таки различаю, чтобы не было в одном месте несколько линий, только две пересекаются, а 3-4 нельзя на чуть-чуть подумать. Это называется количество инверсий. Вот, например, у этой перестановки 7. 7 инверсий. Наименьшее количество инверсий это, разумеется, 0. Это у единственной перестановки, да, когда все числа стоят на своих местах. Наибольшее количество, это когда числа идут в строго обратном порядке, это сумма чисел от n-1 до 1, то есть n умножить на n-1 пополам. Ну и вот, значит, такая штука. Каждую перестановку, вот если мы ее на единицу заменили и просуммировали, то мы получили n факториал. А мы каждую перестановку заменим на q в степени количества ее инверсий. Ну, тогда у нас получается такая сумма. Оказывается, что эта сумма замечательно разлагается на множители. Эти множители для краткости я буду вот так обозначать. Сейчас докажем замечательную теорему. Если мы рассмотрим многочлен 1 плюс q плюс q квадрат плюс q в степени n минус 1, вот давайте это будем обозначать n квадрат, умножить на 1 плюс q и так далее плюс q в степени n минус 2, это будет n минус 1, да, умножить на и так далее, и так далее, и так далее, умножить на 1 плюс q, это будем называть 2 в квадратных скобках, и умножим на единицу, то это как раз и есть сумма элементов, когда мы каждую перестановку заменяем на q в степени ее количества инверсий. То есть, если мы считаем у каждой перестановки инверсии, запоминаем только это и пишем в соответствующей степени, то получает такая сумма из n факториал слагаемых, то она замечательно вот так вот разлагается на множители. Те, кто ходил на лекторию малого мехмата, знают, что там эта теорема была совсем недавно. На лекции о моей глубинной статье, там была такая лекция «Автостоянки, перестановки и деревья». Давайте я сейчас быстренько напомню. Так, не очень понятно.
писать, то есть здесь. А нет, нет, наоборот. Именно на этом примере надо напоминать, каким образом по каждой вот перестановке выписывается тот член из этого произведения, который этой перестановке соответствует. Смотрите, ребята, вот когда вы пишете единицу, пишете, то она здесь, безусловно, написана на первом месте, а в нижней строке вы ее можете написать на любом из шести мест. Так вот, давайте величину сдвига, насколько позиции мы сдвигаем, как раз и будем обозначать соответствующей степенью числа. Вот смотрите, здесь единица перешла сюда. Вот если бы она сюда перешла, мы просто написали множество 1. Если бы сюда, то если сюда q в квадрате, а сюда мы напишем множитель q в кубе. Запоминаем. Значит, единица перешла как q в кубе. После этого из этой картинки убираем целиком вот эту запись. И запоминаем, что вообще-то она дала уже нам 3 интерса. После этого говорите, двойка могла бы пойти сюда, но не пошла. Могла бы пойти сюда, тоже не пошла. А пошла сюда. Значит, 1 q в квадрате. Это для двойки. Теперь двойку тоже убираем. Тройка пошла на самое первое место. Это единица, да? На второе. Как же второе? Ну, потому что передняя пятерка. Спасибо. Это Q. Спасибо большое. Тройка, она действительно пятерку еще никто не убирал. Тройка пошла на второе место, поэтому пишем Q в первой степени. Отлично. Теперь тройку тоже убрали. Четверка пошла на второе место. Это еще раз Q в первой степени. После этого уже пятерка пошла на самое первое место. Это значит, пишем единицу, и шестерка пошла на самое первое. Собственно, я никто ничего другого не предлагал, тоже пишем единицу. Ребята, пожалуйста, обратите внимание, что называется, из каких скобок это берется. У нас n равно 6, вот это берется из скобки. 1 плюс q квадрат и так далее, плюс q в пятых. Это берется из скобки 1 и так далее плюс q в четвертой. Это из скобки 1 и так далее плюс q в кубе. Это из скобки 1 плюс q в квадрате. Это из скобки 1 плюс q. А это из скобки 1. Поэтому там и нет вариантов. Давайте сделаем конкретное упражнение. Просто для того, чтобы убедиться, что все эту штуку сюда, до конца поняли. Упражнение такое. Я сейчас напишу вам многочлен для случая n равно 3. Что это такое? 1 плюс q плюс q в квадрате умножить на 1 плюс q и умножить на единицу. Перемножить скобки не проблема. Какие здесь варианты? 1жды 1жды 1. 1жды q 1. Одинжды один, q на один, q в квадрате на один на один, q в квадрате на q на один. Собственно, все. 6 слагаемых я уже написал. Пожалуйста, скажите мне, каким перестановкам, а перестановок вообще-то на множестве трех элементов 6. Каким перестановкам, так давайте, чтобы я не тратил слишком много времени, у каждой перестановки будем писать только вот эти три числа, то есть вот этот 1, 2, 3, куда переходит, не будем писать. Итак, какая здесь перестановка? Каждый раз мы берем единицы, то есть инверсии вообще нет. 1, 2, 3. 1 в 1, 2 в 2, 3 в 3. Хорошо, здесь. Единица не должна дать ни одной инверсии, а двойка должна дать одну инверсию. Это что такое? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Здесь единица должна дать инверсию, но после этого уже новых не получается. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Единица должна дать, и двойка тоже должна дать. Единица одну инверсию, и двойка одну. 3, 1, 2. Единица одну инверсию.
единица одну инверсию, значит, мы ее ставим на какое место? Ну. На второе. Под двойкой. Да, под двойку. А двойку под тройкой. А двойку под тройкой. Ну, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Отлично. Единица должна дать две версии, а больше версий не бывает. Ну, 2, 3, 1. Единица должна дать две инверсии, и после этого двойка должна дать еще одну инверсию. Что? 2, 3, 1. 3, 2, 1. Значит, единица дает две инверсии с ней, и потом двойка с тройкой дает инверсию. Слушайте, а правда, что все перестановки перечислены по одному разу? Правда. Теорема, которую мы сейчас должны доказать, звучит следующим образом. Гауссово число сочетание. Это вот этот вот факториал Гауссов делить на, соответственно, Гауссов факториал числа k и Гауссов факториал числа n. То есть все абсолютно как ожидалось. Никаких новых множителей не появляется. Просто вот эта формула, только в роли факториала выступает вот такая хитрая штука. Я знаю два доказательства этого факта. Один просто алгебраический. Он состоит в том, что мы проверяем, что это верно для членов. Я не буду тратить время, но мы же считали несколько первых, понятно, помните, да, там, несколько первых чисел сочетаний, и действительно все будет хорошо. И вот проверяем на нескольких первых начальных членов, а дальше применяем вот эту формулу. Вернее, проверяем, что эта формула верна для вот этих чисел. Это, собственно, вот алгебраическая доказательство. Если вас, что называется, интересует суть дела, конечно, лучше, кроме алгебраического доказательства, понять и комбинаторное. Все ли понимают, что если я сейчас запишу эту формулу по тем самым факториалам, и у меня получится тождество, то тогда я это разницу нахожу. Идею глупцы все понимают? Все понимают. Отлично. Значит, тогда я просто начинаю расписывать, и у меня действительно, честное слово, все получится. Поехали. Собственно, левую часть я уже расписал. Я ради ления не буду повторять, а вот знание там еще есть. Теперь пишу из n-1 по k-1. Что нужно сделать? Нужно в числителе просто-напросто писать не до n, а до n-1. В знаменателе нужно писать так, до k-1, да? А вот там разница между n-1 и k-1, это по-прежнему n-k. Замечаем. Второе слагаемое q в степени k. Пишем. Q в степени k. Теперь здесь опять n-1, то есть числитель, собственно, никак не меняется. 1 в квадратных скобках, 2 в квадратных скобках, n-1 в квадратных скобках. Это все многочлены, ребят. Это все многочлены от q. Да? n-1 – это многочлен n-2 степени. Вот. И знаменатель. Ну, то же самое. 1 и так далее – k. Потому что здесь уже сочетание с k, поэтому не k-1, а k. Дальше будет 1 и так далее – n-k-1. Вот нам нужно проверить такое алгебраическое равенство. Если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что вообще-то очень похожи левая и правая часть. Например, числитель, смотрите, вот здесь вот произведение из n-2 множителя, а здесь из n. То есть просто я могу это зачеркнуть, заменить на единицу, и здесь тоже зачеркнуть все, кроме n, и здесь зачеркнуть, да? Ну, целиком, да? Целиком. Замечательно. Теперь со знаменателями. А давайте приведем все к общему знаменателю. Общий знаменатель – это вот это вот произведение. После приведения к общему знаменателю
нас получится, смотрите, что. В левой части у нас получится просто такая штука. Нет квадратных чисел. В правой части у нас получится k в квадратных скобках плюс q в степени k умножить на n минус k в квадратных скобках. Вот теперь надо понять, правда это или нет. Если это тождество, у нас все получилось. Если нет, ну, значит, формула не верна. Вспоминаем, что такое n в квадратных скобках. Что такое n в квадратных скобках? Это 1 плюс q в квадрате, плюс и так далее, плюс q в степени n минус 1. Это n в квадратных скобках. Вот надо узнать, равно это или не равно. K в квадратных скобках. 1 плюс q и так далее, плюс q в степени k минус 1. Ну, это просто часть этих слагаемых, да, до некоторого места. Потом идет плюс q в степени k, здесь n минус k в квадратных скобках. 1 плюс q в квадрате и так далее, q в степени n минус k минус 1. Господа, вообще тут тоже просто у нас есть вот здесь k слагаемых, до какого-то момента они идут, а потом идет вот это. Оно здесь вот ровно столько есть, и как раз их показатели все звучат. Таким образом, я алгебраически доказал формулу для гауссовых периодальных коэффициентов. Отлично. Теперь нужно эту же формулу доказать комбинаторно. Так, убираю алгебраическое доказательство. Господа, и доказывать мы будем, чтобы получить комбинаторное доказательство. Давайте сделаем так. Вот это вот равенство, которое мы доказываем, перепишем без знаменателя. Что это означает? Это означает, что мы пишем вот так вот. И я напоминаю, мы знаем комбинаторный смысл этой штуки. Это перестановки, каждая из которых берется с весом q в степени количественной версии. В другой части равенства, значит, тот самый гауссово-биномиальный коэффициент, дальше пошли в квадратных скобках от 1 до k. Ребята, а это мы тоже знаем. Это перестановки на k элементах, каждый из которых берется с весом q в степени количественной версии. А здесь дальше пошло 1, 2 и так далее, n минус k. А это перестановки на n минус k элементах. Господа, теперь если внимательно посмотреть, то вообще ничего не делать. Это просто очевидная штука. Значит, смотрите, в чем идея. Вот у вас есть перестановка на k элементах какая-то, в ней есть инверсия. И перестановка на n минус k элементах, в ней есть инверсия. Если просто написано эти k, то эти n минус k, то не возникает что-то из лишних инверсий. А если они как-то, ну, залезают, так это и есть те самые а и b, понимаете? То есть давайте мы договоримся, числа первые k чисел обозначать буквами a. А числа от k плюс 1 до n обозначать буквами b. И тогда любая перестановка у нас будет соответствовать перестановке на k элементах, перестановке на n минус k элементах и еще пути из букв a и b. Еще пути из букв a и b. Каждый такой путь пойдет вот с таким коэффициентом. А это и есть количество инверсий. Ну, таким образом, комбинаторно я должен быть доказал.